то, что нужно ли готовить высококлассных экономистов, гуманитарных направлений, технических вузов. Последние годы мы знаем, что большая тенденция пошла к тому, что необходимо было сказано сокращать непрофильные специальности и переводить их в те вузы, которые занимаются профильным обучением. То есть это значит, что экономистов должны готовить чисто экономические вузы, лингвистов должны готовить чисто лингвистические или педагогические институты университета, да? Нужно ли нашей промышленности, особенно высокотехнологические специалисты, которые знают не только экономику, но которые могут практически понимать, как вообще, из чего состоит производство высокотехнологических предприятий, какой цикл. То есть созрела ли в этом необходимость, либо это не надо. Вот я бы хотел, чтобы круглый стол в этом, в нашем сегодняшнем дне, пошел именно вот по этому руслу. Большое спасибо.